Крым – уникальное место. Здесь все неповторимо. Природа, архитектурные строения, памятники, заповедные места. Но самое главное его достоинство – Черное море. Морской столицей Крымского полуострова принято считать город-герой Севастополь. Это прославленный, легендарный город со своей великой историей. Одной из главных достопримечательностей города, его визитной карточкой, является городище Херсонес, основанное древними греками. На протяжении 2000 лет Херсонес являлся крупным политическим, экономическим и культурным центром Северного Причерноморья. Современный Севастополь – это гармоничное переплетение природных ландшафтов с городской архитектурой. Сегодня этот город развивается еще и как курортная единица. Все больше отдыхающих собирает он на своих уютных улочках. Но самое главное, его нельзя представить без моря. В портах, которые располагаются в удобных пунктах, всегда можно увидеть крохотные белоснежные яхты и мощные океанские лайнеры. Судовладельцы не зря направляют именно сюда своих специалистов, ведь здесь они могут получить качественную, быструю и недорогую помощь в ремонте судов. Большой спектр услуг в судоремонте предлагает предприятие «Морской индустриальный комплекс», сокращенно «МИК». Судоремонтное предприятие ООО «МИК» создано в 2004 году на базе мощностей Севастопольского морского завода. Оно без преувеличения является одним из крупнейших судоремонтных предприятий в Азово-Черноморском регионе. Предприятие расположено на юго-западном побережье Крыма, в городе Севастополе, на пересечении морских торговых путей из Средиземного моря в российские и украинские порты. Оно обладает весомыми конкурентными преимуществами. Это выгодное географическое положение и благоприятные погодные условия. Более 250 солнечных дней в году и незамерзающая акватория бухт позволяют производить судоремонтные работы 7 дней в неделю в течение всего года. Предприятие оперирует самым большим сухим доком в Севастополе – 290 на 36 на 11 метров, способным принимать суда дедвейтом до 60 тысяч тонн и входит в десятку крупнейших доков на Черном море. С момента вывода судна из дока и постановки нового судна проходит не более 20 часов. МИК осуществляет комплексный ремонт всех типов судов и способен выполнять любые модернизационные работы. В собственности предприятия производственные цеха общей площадью более 13 тысяч квадратных метров. В мобильном использовании предприятия очистное и окрасочное оборудование с дистанционным управлением, которое позволяет экономить абразив. 5 мобильных компрессоров Ingersoll производства США, окрасочное оборудование Грака, обмывочное оборудование Фальк и Хамильтон. Очистное оборудование КИС позволяет одновременно вооружить до 20 стволов пескоструйщиков для очистки корпуса судна. Предприятие сертифицировано по системе менеджмента качества ISO 9001-2008, а также имеет одобрение российского и украинского регистров. Современное технологическое оборудование позволяет решать задачи в кратчайшие сроки. Судно, которое зашло на предприятие, может рассчитывать на ремонт любой сложности в перечне основных услуг предприятия. Замена стали, ультразвуковой замер толщин, очистка, окраска корпуса судна, балластных и грузовых танков, в том числе водой высокого давления 1200 бар, пескоструйная обработка, ремонт и замена трубопроводов, ремонт линии вала, винторулевого устройства, замена уплотнений, ремонт донно-забортной арматуры, клапанов управления. Ремонт люковых закрытий трюмов, гидроцилиндров и манипуляторов управления. Ремонт всех типов главных и вспомогательных двигателей, вспомогательных механизмов и приводов. Ремонт коленчатых валов, шлифовка в ремонтные размеры, полировка шеек. Ремонт инсинераторов, котлов, различных теплообменных аппаратов. Ремонт судовых насосов всех видов. Ремонт палубных механизмов, лебедок, шпилей, грузоподъемных механизмов. Модернизация и переоборудование судов в соответствии
соответствии с требованиями регистра. Динамическая балансировка роторов турбин и других механизмов длиной до 4 метров и весом от 3 кг до 5 тонн. Механическая обработка валов и деталей до 18 метров в длину и до 1 метра 60 сантиметров в диаметре. Полуавтоматическая наплавка тел вращения диаметром от 120 до 500 мм. Изготовление резинотехнических изделий, зубонарезные работы, неразрушающие испытания, ультразвуковой контроль и капиллярный контроль. Не забывают на Мике и о соблюдении природоохранных нормативов. Здесь введена в строй акустическая система рыбозащиты, административное 4-этажное здание, современные бытовые помещения для рабочих, свое автономное отопление, организация труда и отдыха, питание для сотрудников. Все это – подтверждение стабильности и процветания предприятия. Морской индустриальный комплекс многие годы работает с болгарскими, польскими, латвийскими, ливанскими, а также украинскими судоходными компаниями. И если международные компании выбирают севастопольское предприятие, это говорит о том, что ОАО «МИК» – надежный партнер на мировом рынке судоремонта.